Всем привет! Я надеюсь, у вас такое же хорошее сейчас настроение, как и у меня. А у меня оно хорошее, потому что я спешу поделиться с вами своей очередной радостью, своим заказом из компании Oriflame по каталогу номер 3, который ориентирован на праздник 8 марта, в котором собраны куча акций, скидок, предложений и разных идей подарков, которые можно подарить кому-то на 8 марта. И вот я сделала себе заказик из этого каталога. И спешу поделиться им с вами. Итак, я прям вообще, мне так не терпится всегда открывать посылки. Я, конечно, знаю, что там, для меня это не сюрприз, но тем не менее, каждый раз это радость, это какая-то такая, знаете, приятность такая. Хочу уточнить, что в этой коробке у меня в основном подарки. Я заказала много подарков к 8 марта. Солнышко вышло, можно даже вот так. Вот так, солнышко вышло, я села так, чтобы вам было видно меня на солнышке. Итак, в этой коробке у меня много подарков моим друзьям, знакомым и вообще людям, которых я хочу поздравить с 8 марта. То есть это не все мне в этом каталоге, чтобы я каждый раз не уточняла, что подарок, а что не подарок. Я вот вам сейчас покажу все, что я заказала. Вот. И просто будете понимать, что, несмотря на коробку такого большого размера, мне тут будет принадлежать не все. Но, тем не менее, мне все равно очень приятно это все распаковать и показывать, поэтому приятного просмотра. Начать я хочу из вот этой вот странички каталога 15. Здесь у нас предлагается к туалетной водичке Precious Moments. Мыло с таким же ароматом, как и водичка Precious Moments. Это не просто мыло, это вот такой вот мыло-подарочный вариант. Вот сейчас немножко отсвечивает, да? Вот. Подарочный вариант мыла, которое огранено под какой-то вот драгоценный камень, да, вот оно в такой праздничной подарочной коробке. И там в наборе идет два кусочка мыла. И сейчас я вам покажу, как оно выглядит. И вот так оно выглядит на самом деле. Это такая коробочка серебристая. Выглядит очень презентабельно и красиво. Сначала даже не поймешь, что тут внутри. Вот, распаковывать я не буду, потому что это подарок. Но мне кажется, это должно выглядеть очень красиво. И, девочки, я слышу запах прямо через коробку. То есть это такой прям запах парфюма, вы понимаете? Он... Его просто можно... Вот я не знаю, как пахнет парфюм Precious Moments, но вот я сейчас, просто понюхав эту коробочку, могу уже сделать себе представление о том, как пахнет этот парфюм. Мне нравится этот запах. Ненавязчивый, но очень приятный. Далее. В секции о мужских ароматах вот есть водичка, которая называется Flamboyant, как-то так. И к ней идет еще дезодорант. Дезодорант-спрей для тела Flamboyant. Вот так вот. Туалетную водичку я пока не решилась взять в полном объеме, потому как не уверена, что мой муж будет ею пользоваться. А дезодорант я взяла вот на пробу. Если ему понравится, то в будущем, может быть, мы возьмем и туалетную воду. Вот он так вот выглядит в каталоге. И вот так вот выглядит на самом деле. Вот. Я его даже понюхаю. Пахнет хорошо. Не знаю, немножко отличается запах от того, что вот страница в каталоге ароматизирована. Он более теплый, а здесь... В крышечке он более свежий. Возможно, здесь я слышу только верхнюю ноту, которая в процессе будет выветриваться. Ну, вот сейчас я уже, даже сейчас, мне кажется, я уже ощущаю тот аромат, именно вторую нотку, такую тепленькую. А первое впечатление, он такой свежий. Вообще, этот запах мне очень понравился, поэтому я и купила этот дезодорант, потому что я хочу, чтобы так пах мой муж. Вот. Идем дальше. Заказала я набор. Набор средств, 167-я страничка, последняя, которая называется Фрезия. Сюда уходит мыло, крем для рук и крем для душа, гель для душа. Приятный запах, очень красивая упаковка, очень хороший вариант на подарок. И вот так выглядит этот наборчик. Вот такой вот кремчик, вот такой вот гель для душа и вот такой вот мыльце. Мыльце я тоже распечатывать не буду, потому что это подарок. Оно выглядит как цветок. Вот так вот оно выглядит как цветок. Идем дальше. Также я заказала набор абрикос.
куда входит отшелушивающий гель для умывания и дневной увлажняющий крем абрикос. Пахнет очень приятно, пахнет абрикосом, но таким свежим абрикосом. Знаете, вот он не совсем такой теплый фруктовый запах, он с такой немножко свежей ноткой такой немножко. Вот, и этот наборчик я тоже заказала на подарок. И выглядит он вот так. Это у нас гель для умывания, и это кремчик для лица увлажняющий. Вот здесь у нас 75 мл, здесь 100 мл. И в этом геле должны быть отшелушивающие частички. То есть это не скраб, это просто гель для умывания, но с какими-то частичками, которые помогают удалять ороговевшие клетки с кожи лица. И я опять-таки, хотя оно запаковано, я чувствую этот запах. Пойдем дальше. Я, конечно, понимаю, что некоторые из тех людей, которых я собираюсь поздравить на 8 марта, скорее всего, увидят это видео до того, как я подарю им эти подарки. И, возможно, это немножко испортит сюрприз, но, а может, и не увидят. Все равно, я думаю, им будет приятно получить от меня подарки. На этой страничке у нас детская серия. У моей подруги есть маленький ребенок, и я собираюсь поехать к ней в гости. Поэтому из этой странички я выбрала вот такое вот детское масело для тела с экстрактом органического хлопка. И вот такую вот мочалочку для купания. И выглядят они вот так вот. Это мочалочка, забавный жираф называется. А это масело для детского тела. Мочалочку можно одеть на руку. Вот мы видим вот здесь у нее вот личико у жирафки. Это личико такое... Туда можно пальчики просунуть, да, и она будет тут как будто бы двигаться. Можно играть с ребенком во время купания. Такая, мне кажется, веселая вообще мочалка. Мне так понравилась она сразу. Она уже раньше была у нас в каталогах, но мне очень понравилась она еще тогда. Теперь вот решила ее все-таки приобрести и, надеюсь, порадую. Ну и масело тоже к этой мочалочке. То есть для пересушенных участков кожи, защищает и ухаживает за кожей во время принятия ванны. Можно использовать для массажа и ухода за сухой кожей головы. Вот такое многофункциональное масло. Можно и для головы, можно и во время купания, можно и для массажа. Вот, идем дальше. Также я заказала для себя вот такое вот средство для купания малышей. Это средство шампунь для волос и тела, мягко очищая чувствительную кожу и волосы. Формула без слез. Уже беру не первый раз. Мы с дочкой это используем уже не один и не два раза. Я беру его регулярно, потому что мне оно очень нравится. Это мягкое средство, оно не скрипит на детской коже, оно не щиплет глазки, оно смывается хорошо, оно ненавязчиво пахнет, тоже приятно. Мне очень нравится это средство, вот, и очень удобно им пользоваться, удобный дозатор, экономный расход. Следующее. У нас тут акции проходят. Вообще в этом каталоге в третьем очень много акций. И вот одна из этих акций, что при покупке одной из туалетных вод со странички 64-69 можно получить вот такой вот наборчик средств от серии «Экологен». То есть по специальной цене. То есть если покупаешь туалетную воду из представлено на данных страницах, то этот наборчик можно взять по специальной цене. На самом деле этот наборчик можно взять и без покупки туалетной воды, она будет стоить, этот набор будет стоить 99 гривен 90 копеек, но если покупаешь туалетную воду, то по специальной цене за 39 гривен можно купить этот набор. И я взяла себе вот эту туалетную водичку, которая называется Felicity. Этот аромат теплый, восточный, пряный. Мне понравились эти нотки. Здесь написано, что сюда входит пряная корица, ноты лимона, персика и сливы. Звучат так-так-так. Жасмин, фрезия и флер д'оранж. Шлейф из ванили, мускуса и сандала. Вот видите, сколько всего сюда входит. Так выглядит эта водичка в такой коробочке. И к ней идет вот такая вот косметичка со средствами из серии «Экологен». Это серия для девушек за 35 лет. Мне меньше.
Но я слышала, что можно пользоваться косметикой антивозрастной тем, кому минус 5 лет от заявленного на упаковке. То есть после 30 лет уже можно пользоваться тем, что за 35. Вот я думаю, что протестировать эти средства мне как раз помогут вот эти вот маленькие миниатюрки. Хороший вариант для тех, кто еще не решился взять себе полные версии этих продуктов. Вот. Еще я хочу вам сказать, что эти вещи очень маленькие. То есть в каталоге можно понять, что они прям вот такие вот на всю косметичку. Нет. Здесь кремчики по 10 мл дневной и ночной крем. И 5 мл крем под глазки. Они совсем маленькие, смотрите. Вот. Просто в каталоге нарисовано, что косметичка стоит якобы за этими средствами, и вот они занимают объем всей косметички. Нет, на самом деле, будьте внимательны, они маленькие. Что такое 10 мл и что такое 5 мл, я думаю, вы можете приблизительно оценить. Вот такие. Это будет вместо пробничков, это можно взять в дорогу. То есть это как больше, чем пробник, но и неполная, понятное дело, версия. Ну и косметичка тоже пригодится для чего-то, я думаю. Это, кстати, она прозрачная. Это не рисунки, это просто вставленные здесь картонки. Косметичка полностью прозрачная, и здесь она тоже прозрачная. То есть эти картонки я потом извлеку, и просто останется прозрачная косметичка серебристая. Для чего-нибудь пригодится. Так, на страничке 141 есть серия, которая называется «Сияние золота». Вот она. Тут сюда входит клатч, шарфик и заколочки. Я взяла себе заколочки. Вот так они выглядят в каталоге. Я взяла себе набор заколок. Вот так они выглядят на самом деле. Вот. Они сделаны как невидимка. Но мне понравилось то, что они такие, так сказать, обтекаемые. То есть, вы понимаете, они не должны травмировать кожу головы. Здесь вот на каждом кончике... И не только кожу головы, а волосы. Не должны травмировать волосы, потому что все концы здесь как бы залиты таким вот, ну, в общем, не острые, а такие гладкие, все обтекаемые. Вот это меня и подкупило в них. Плюс они вот такие вот нарядные. Все заколочки желтого цвета, стразики здесь белые, а в этих трех желтые. То есть три заколочки идут с белыми стразиками, три с желтыми. Сейчас я и желтый вытащу, чтобы показать. Вот. Причем желтый, он не просто желтый, он какой-то темно-желтый. Вот если вам сейчас видно, вот так выглядят эти заколочки. Вот. Один белый, один темно-желтый. Моя мечта с тех пор, как эта вещь появилась в одном из прошлых каталогов, я на нее смотрела, смотрела, все никак не высмотрела так, чтобы приобрести ее. И наконец-то я решилась, моя мечта была приобрести ожерелье «Рандеву». Вот так оно выглядит, это такие две птицы, вот на этой модели вот показано, как оно смотрится на шее. Ожерелье очень красиво выглядит, оно очень необычное, какое-то оригинальное, такое нестандартное, вы знаете, не просто нам украшение, а вот именно какой-то оригинальный аксессуар, я бы сказала, просто отличающийся от всех других. И я его наконец-то себе заказала, и вот как оно выглядит на самом деле. Вот, я его уже распечатала. Вот эти две прекрасные птички. Нет, они даже не прекрасные, они просто клевые. Скажу, что вам скажу. Мне очень нравится то, что эти птицы не ярко-золотые. То есть они не золотые, они под такой старый металл сделаны. Видите, у них вот между клювиками подвижное звено одно есть. Это такое двигающаяся конструкция. Вот. И вот это все цвета такого, не просто желто-металлического, а под старый металл сделано такого, как будто просто потертая медь, что ли. И эти черные стразы, ну не знаю, стразы, не стразы, в общем, бусины, тоже ничего не блестит. Мне нравится, что здесь нету страз, и это можно носить и как под что-то нарядное, и просто на выход куда-то можно. Я сейчас примерю и покажу, как оно будет смотреться на мне. Вот. Конечно, я понимаю, что сейчас я в такой кофточке, которая не очень идет к этому ожерелью, но для демонстрации вот так это выглядит на теле. В общем, не знаю, я просто в восторге, если честно. Это такое оригинальное украшение, оно прям, во-первых, даже приятно его на себе ощущать. Во-вторых, я очень довольна тем, что я давно уже на него смотрю, и наконец-то оно мое.
Я буду его носить с огромнейшим удовольствием. Осталось только подобрать под что. Вот, я посижу в нем, пока я буду дальше свой обзор показывать. А то мне так нравится его ощущать на себе, что я даже не хочу его снимать. Пошли дальше. Я заказала на подарок серия Линнея. Вот она. И я заказала серьги и браслет. Если ты уже догадалась, что это тебе, привет! Это я обращаюсь к той девушке, которой предназначается этот подарок. Вот. Я не хочу распечатывать. Серьги запакованы. Каждое украшение запаковано в мешочек из органзы. Серьги дополнительно завернуты в бумагу. А браслет не завернут. Я думаю, ничего страшного, если я распечатаю и покажу на камеру, чтобы все увидели, какая это красота на самом деле. Я потом аккуратненько все это положу обратно. Вот, так выглядит такой аксессуар. Браслет Линнея. Вот это, эти нежные цветы, они неподвижная вот эта конструкция, она неподвижная уже, да, вот она сплошная. В то время как вот эти бусины, они растягиваются, то есть на растягивающейся резиночке. И все такого нежного пастельного цвета, вот прям такого нежного, как эта подруга, которой я это подарю. Она вся такая тоже нежная и женственная. И я надеюсь, ей это очень понравится. По крайней мере, как только я увидела эту серию, мне почему-то сразу пришло в голову сделать подарок именно ей. Поэтому еще раз привет, если ты это смотришь, это тебе. Ну что же, идем дальше. Что я еще хочу показать? В этом каталоге буквально на одной из первых страничек акция, которую, ну, невозможно просто было обойти. Вот. Естественно, это клатчи. Клатч за заказ на 250 гривен. Ну, на 250 гривен это по каталожным ценам. Мне, как консультанту, это дешевле. Я, как вы видите, много чего заказала, поэтому у меня была возможность выполнить условия этой акции, и я тоже взяла себе клатч. Шампань бежевого цвета. Выглядит он так. Я сейчас распечатаю и покажу. Вот так выглядит этот клатч. Он лаковый, то есть на картинке можно не понять, что он лаковый. Но вот, честно говоря, смотря на картинке на клатч Бургундия, он отблескивает так, будто он лаковый. Я, в принципе, ожидала того, что он будет лаковый. Застежечка здесь такая добротная, достаточно фурнитура прочная. Расстегивается обычным образом. Внутри он, что у нас внутри, это ручка, которую можно при желании отстегнуть. Здесь карабин, он отстегивается. Внутри он, вот, два отделения больших. Третье отделение на молнии. И вот немногие замечают, что здесь есть еще четвертое отделение, которое вот совсем оно плотное, такое плоское, можно сказать. Оно не очень вместительное, но оно тут есть. Сюда можно какую-нибудь визиточку или еще что-нибудь, записку положить. Четвертое отделение. В этом клатче 4 отделения плюс 6 отделений для карточек. То есть здесь вот есть, можно деньги положить, карточки можно положить, можно какие-то косметику, все, что необходимо бросить с собой куда-нибудь вот на выход, чтобы не носить с собой какие-то громоздкие сумки, вещи. Вот так вот он выглядит на руке, вот так вот он выглядит просто так, можно куда-то выйти с ним. И ненавязчиво, и красиво, и цвет пастельный, бежевый, ко многим вещам будет идти. Вот, мне вообще и Бургундия очень понравилась, но, честно говоря, взяла шампань из-за того, что все-таки из-за того, что цвет более нейтральный. Хотя Бургундия, она такая фиолетовая, насыщенная, мне тоже очень понравилась. Я очень долго то один, то второй вбивала в заказ, то еще один, то опять второй, а потом все-таки остановилась на этом. Определилась наконец-то. Ну и в принципе не жалею, потому что все-таки бежевый цвет, он более нейтральный, я думаю, пойдет практически ко всему. Вместо платы за доставку я заказала себе вот такую вот пудру. Пудра от Giordani Gold. Называется Supreme Pressed Powder. У консультанта Oriflame есть возможность заказывать продукт вместо платы за доставку. Если заказываешь из предложенного списка продукт, то за доставку не платишь. Ну и я заказала себе, там было по хорошей цене, всего лишь 50 гривен. Пудра от Giordani Gold.
Вот так она выглядит. Оттенок у меня средний темный. То есть средний темный. Как-то так он. Вот так выглядит эта пудра. Такой оттенок не для самой светлой кожи, скажем так, но и не для совсем смуглой. Мне кажется, что он более универсальный, подойдет, наверное, на чуть-чуть под загорелую кожу. Вот, и я собираюсь эту пудру вообще подарить, потому что я пользуюсь большими, более светлыми оттенками. У меня очень светлая кожа, и я думаю, что мне она не подойдет. Положили мне тут еще пробник крема. Не знаю, тот ли этот крем, который идет вот в этой косметичке, или не тот, я еще не разобралась. Про коллаген, тут написано коррекция морщин, дневной крем. В принципе, да, дневной крем SPF 15. В общем-то, я так поняла, что это тот же самый крем, который я взяла себе в наборчике по специальной цене. Также я взяла себе несколько каталогов следующего периода. Каталог номер 4, скоро ожидайте обзор. Все, это все. Это был весь заказ по каталогу номер 3. Спасибо всем за просмотр. Будьте счастливы, красивы, любимы, хорошего вам настроения и всем счастливо. До следующих обзоров. Нет, еще не все. Ладно, это ничего. Где там наши ароматы? Возможно, я ее тоже кому-то подарю. Ой, девочки, девочки, девочки. Вот такой вот мой большой заказ был сегодня. Ой, какое у меня красивое ожерелье.